Представитель змеиного логова, что у нас здесь сегодня происходит? Сегодня у нас проходят тесты Kite of Slingshot 2020 года. Модель SST, Raptor и Rally GT. Еще есть турбинка 17, но никто ее сегодня не смог. Наш незаменимый фотограф. Валера катается? Хорошо? Вот он лучше всех катается. Итак, короче, у нас приехали на Сенеж команда Змеиного логова и дали на тесты всем желающим новый 2020 год гайды. Вот это кадр, Катя. Так, скажите что-нибудь пока. Отлично. Говорим чего-нибудь. Ну, давайте про слингшоты. Шикарная. Слушайте, погода как раз для теста. Погода, да. Погода шепчет, ветер сильный, слингшоты, огонь. 20-20. Итак, пробуем. Ну, я пробую, да? Of every second that I wasted without you right by my side. How did I manage just to hide that it feels so very right? But I'm restless, so I raise my pace and I am running around looking for you. Слушайте, ну первое впечатление, ну супер. Андрей, скажи свое мнение, вот лично, как непредвзятое. Просто планочка легкая. Ну относительно, все равно обратная связь есть. И прям чувствует, теряет. Руки устают и связь не теряется. Хорошо подтягивает. Доулуп мне понравилось очень крутить. Короче, доулуп крутится на Рапторе супер. Это на 12-ке я даже не думал, что так будет крутиться.